Всех приветствуем. С вами снова Миха и Андрюха. Привет. Сегодня быстренько расскажем об измененной модельке Памлике 145. Тандем. Тандем, да, двушка. Собственно, изменений немного, но они есть, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот сейчас быстренько все отснимем. Ну, собственно, вот сам весь вид, он остался прежним. У нас была на обзоре Памлика 135-я, сейчас у нас 145-я. Изменилась система рулевая. То есть сейчас тут пластиковый руль с креплениями вот такими вот. Тут также тросики, но они крепятся немножко по-другому. Не через клипсы, а вот так вот он заходит. Собственно, это первое изменение. Второе изменение — это внутри каяка. На, Мих. То есть раньше здесь были трубки, по которым ездили рельсы. Значит, они от этого ушли и сделали две пары вот таких вот рельс. Собственно, по этой же трубке ездило у нас и переднее сиденье. Вот. Сейчас оно ездит. Если вот так вот здесь вот сбоку видно, то есть прикручена снизу рельса такая же, по которой, собственно, ну, направляющая, по которой ездит, передвигает само сиденье. Фиксация сиденья осталась та же. Это нужно для того, чтобы можно было в одиночку. В одиночку, да. Это для того, чтобы переделывать эту модельку в одиночное исполнение. То есть передвигается оно вот так вот. Сдвинули, и здесь вот такой же фиксатор, его зафиксировали вот здесь вот видно. То есть вот эту вот веревочку зафиксировали, и с обратной стороны все то же самое, все также зафиксировали. То есть для переднего гребца, если мы переставили сиденье для одного гребца, вот здесь вот предусмотрены такие же рельсы. Собственно, вы достаете вот эти вот упоры, педали, и просто вставляете в эти рельсы. Сейчас я покажу чуть-чуть. Для того, чтобы переставить, вот здесь вот нужно выкрутить винтик. То есть вот он сейчас не дает стопор, да, не дает вылезти упору из рельса. Это для того, чтобы при транспортировке он у вас свободно, ну, не выходил из этой рельсы и не болтался потом, не бил по крыше машины. Вот. Когда переставляете, есть такая система на стропах. Стропку растянули, удлинили тем самым, ну, сам тросик вот этот вот, и переставляете педаль в те упоры. Ну, собственно, это все изменения этой модели. Сейчас быстренький покажем небольшой тест-драйв. У нас очень просили, как она себя будет на воде вести вдвоем. Потому что когда показывали Памлику 135, я катался на ней один. И не очень понятно было, что будет, если будем сидеть вдвоем. Собственно, у переднего гребца все те же упоры регулируются. Вот такая планочка, которую вверх поднимаете и перемещаете. Ногу поставили, подрегулировали упор. Все у вас на месте. Вот так мы себя чувствуем на воде. Вдвоем. Поведение лодки, осадка лодки. До руля также можно дотянуться. Тенечек. Класс.
достаточно удобные, комфортные, как всегда, вот эти сиденья от Wilderness. Спинки регулируются, да, по высоте, по наклону. Мне нравится спинка, поясница. Да, то есть если нужна спинка в пояснице, вы ее опускаете. И все. Вот все плюсы, кайфы руля. Все делается спокойно, в своем обычном режиме, не напрягая руки. Гребете, отдыхаете. Провели такой краткий обзор, это был обзор по поводу изменений, коснувшихся вот именно этой модельки, это Памлика 135, также она, вот именно эта Памлика 145, есть такая же, она покороче 135, собственно отличаются они длиной, грузоподъемностью, но так вот похожие модели. Полный обзор будет в правом верхнем углу, для вас вылезет ссылочка, если кто-то захочет посмотреть. Кликайте туда, смотрите полный обзор. Ну а мы с вами прощаемся. Все, всем пока. С вами был Миха и Андрюха. Подписывайтесь на канал, будет много видео. У нас новых моделек предостаточно. Все, пока. Счастливо.